Привет, меня зовут Женя, это «Сильные новости», рубрика «Короче». Поехали! Добрышая женщина в своем доме нашла необычного паука. Оказалось, что таких в Беларуси ранее не регистрировали. Она отвезла свою находку на биофакультет с Кариной, там сказали, что это паук САК. Его укус способен вызвать острые аллергические реакции и даже лихорадку. В институте женщину заверили, что обязательно займутся изучением этого необычного паука. Несколько дней бухать и родить фермерское сторожевое. Именно так поступила 38-летняя женщина из Мозыря. Самое ужасное в этой истории в том, что женщина оставила ребенка в коробке, коробку в лесу возле больницы, и ребенок не выжил. Сейчас заведено уголовное дело на горе-мамашу. В Беларуси дорожает проезд на железнодорожном транспорте. Уже за следующие недели пассажирам нужно будет заплатить больше от 5 до 15%. Все будет зависеть от расстояния. На некоторые подорожает на 5 копеек, на некоторые больше. Все связано с поддержанием окупаемости железнодорожного транспорта.